Всем большой привет! И в очередной раз, я уже об этом говорила в роликах, говорила не раз, но это прям вот моя боль, она меня преследует. Сейчас же все покупают орхидеи, весна, тепло, пора вести. И, конечно же, все пишут: ой, посмотрите, вот там, какие молодые подросточки, вот они такие маленькие, а уже цветут. Вот им нельзя давать цвести, пошли советы, обрезашки, цветоносы. В общем, вот этот весь беспредел неимоверный, а мне каждый раз тянет написать ответик на такой постик, но не в моих это правилах, не люблю я это делать. Расскажу вам здесь, скажем так, чтобы не писать каждому. Размер и возраст орхидей – это немножко разные понятия. Да, они между собой связаны, но маленькая орхидея не значит очень молодая и не готовая. Вообще взрослая, я как-то так немножко, для меня странно, не знаю, может это из-за переноса на так на человечивание орхидеи другими людьми, но взрослой считается орхидея, которая готова к цветению, то бишь к размножению. И для каждого орхидеи есть свои параметры в плане размера и возраста, скажем так. Но когда берут, они, кстати, могут отличаться даже внутри одного вида, но когда, например, берут какую-то орхидею, которая вот конь, ну, давайте фаленопсисы возьмем, всем привычные фаленопсисы, все их знают, берут какой-то крупный гибрид, такой вот такие листья огромные, вот такой вот конь, а потом берут какого-то природника из серии гиббоса, который вот такой малепусенький, во взрослом виде у него там 5 сантиметров листочек, и говорят, вот, такая кроха цветет, он же совсем малыш, но нет, для примера. Итак, конь, раз, и еще два коня. Ребята не маленькие, с учетом того, что это эквестрисы, они вообще еще очень не маленькие. Ой. Вот такие, это мои, выращенные абсолютно на искусственном освещении, в чистой коре, свежеполитые. Вот размер. Это взрослые растения. Так, тут я цветоносов не вижу. Взрослые растения, но они не цвели. Но они уже по размеру, да, по характеристикам, если взять описание вида, уже подошли своим размером к взрослости. Но они не цвели. Этот цвел, по размеру он взрослый. И по цветению он взрослый. То есть, ну, скажем так, тут сработало все. И размер, и наличие цветоноса, хорошее взрослое растение. Но! Так, ставим, берем следующих. Вот это не малыш, не детка, и не... О боже, ему нельзя давать цвести. Нет, это замечательный взрослый экземпляр. С цветоносом, который спокойно тянет цветение, которому ничего не мешает. Взрослый товарищ. Понимаете, да? Выглядит как детка вот этого. Но это взрослое растение. Это эквестрис и это эквестрис. Размер не означает возраст. Большая орхидея не означает взрослая и готовая цвести, размножаться. Маленькая орхидея не означает молодая и не готовая цвести. Понимаете? Смекаете? Дальше. Едем дальше. Еще меньше. Да, понимаем. Взрослая, процвевшая, дала детку. Ребята, давайте думать. Давайте думать головой и запоминать. Правда, нет, честно, устала. Устала смотреть, как люди заказывают. Приезжает вот это маленькое, потом обязательно вот эти вот скандалы. Я покупала взрослые. Там вы обещали, что это будет цветущее, готовое к цветению, что вы мне прислали. Это фласочник. Это не фласочник. Читайте больше инфы. Такой размер должен быть у растения. Второе. О боже, такая маленькая, дала цветонос. Все, это конец. Надо резать, надо еще... Ничего не надо резать. Ребята, это нормально. И я вот очень не люблю, как-то люди так странно вот меряют. У меня процвевший подросток. Не может быть процвевший подросток среди орхидей. Это, ну... Ну, это как вот у собаки сказать, что вот у меня щенок, но она уже дважды рожала. Нет, не бывает так, ребят, вот, ну, орхидеи не люди, у них нету возраста, понимания возраста, как у нас.
там, в плане самостоятельности, времени нужны на психологическое развитие, там еще что-то. Есть орхидея, она готова цвести, она цветет, она готова к размножению, она взрослая. Все. Точка, конец. И это не меряется размером. Понимаете? И вам могут вот дать вот такой вот Париши, или Гибаза, или Вилсони, или Стабартиану, или еще какой-то природный маленький вид. И вам могут дать вот такие листья, там, гигантею. Но гигантея этой будет еще там 2-3 года до цветения, и это молодое растение, которое не готово. И вот такое вот такая вот масенькая, которая уже 38 цветоносов, она 300 раз цвевшая, это уже чуть ли не прапрапрапрапрапрабабушка, и взрослее всех нас вместе взятых. Поэтому давайте будем немножко... Как тут лучше сказать, даже не знаю. Немножко не путать понятия, и все-таки поймем, что не может быть там подросток цветущий у орхидеи, если мы говорим про растения. Это мы немножко их очеловечиваем и переносим наши мироощущения, вот то, как мы понимаем эти слова и мироощущаем, на цветы. Это не так. То есть вот давайте разграничивать. И если орхидея цветет, она уже не подросток. Вот так вот. Вот. На этом все. Такой небольшой крик души. Я много в последнее время читала постов, пока у меня был режим лежачий, пока я болела, поэтому я много начиталась. У меня теперь очень много мозолей напухло в процессе прочтения. Теперь вот делюсь с вами видео. На этом все. Читайте больше, узнавайте больше. Разбирайтесь в своем хобби, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите по ссылочке в описании, там много интересного, там всякие разные полезные ссылочки. Всем огромное спасибо за просмотр, и всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.